Очень хорошо встретили, много людей было. Вообще арена около 12 тысяч вроде бы. Ну, да, чуть больше. Чуть больше даже. Когда я выходил, ну, так по сторонам посмотрел, что большинство мест было занято. То есть, да, там были некоторые свободные места, но люди еще не дошли. Ну так очень круто. Много соотечественников было, которые поддерживали, очень много флагов наших в залах сверкало. Я думаю, что даже немцы ходили, немецкие болельщики ходили с нашими флажками, махали, кричали, поддерживали. Ну, очень классно. От меня, мне в принципе, ну, без разницы, где боксировать. Естественно, дома это намного эмоциональнее всегда. Ну, дом есть дом. Но когда ты выезжаешь куда-то в другую страну, да, представляешь свою страну за своим, ну, за пределами, да, ну, это большой плюс, когда ты приносишь победу, и, ну, все классно получилось.